У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор? Первоначальное слово «украинец» означало, что человек живет на окраине государства, у края. Или занимается пограничной службой, по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы. Большевики начали формировать СССР и создали Советскую Украину, которая до сих пор, вообще не существовала. При этом Сталин настоял на том, что эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований.